Всем привет! Меня зовут Алексей, я художник в технике Spray Paint Art, и мои рисунки вы можете посмотреть по подсказке вверху. И прежде чем начать, поставь лайк этому видео, это поможет его продвижению и развитию канала. А на обзоре Montana Texture Spray. Что это за баллон и чем он интересен? Этот продукт для создания поверхности со структурой импаста. Что такое импаста? Это нанесение краски толстым слоем с помощью мастихина или кисти. Что такое мастихин или кисть? Ну ладно, я шучу, это уже будет лишним объяснением. При технике импаста краска должна быть густой, как масло или акрил, без разбавителя. Как раз в этом баллоне густой состав, который создает 3D-фактуру. С помощью этого баллона можно даже заделывать небольшие трещины или отверстия, но не спешите покупать его для этих целей, потому что цена. А что цена? Цена огромная, 1200 рублей за этот баллон. Охренеть. Очень хорошо работает на пористых поверхностях, таких как кирпич, камень, бетон. Но если наносить на гладкую, то необходимо зачистить ее и подготовить с помощью наждачной бумаги. Сохнет состав примерно 2-3 часа, но если слой более толстый, то, конечно же, время увеличивается. Не подходит для эластичных оснований, может вызвать трещины и трещины на краске. Не подходит для полистирола. При нанесении слишком близко к основанию может возникнуть воздушная пробка. Воздух можно выпустить с помощью мастихина, там, шпателем или другими подручными средствами. Через 24 часа можно красить застывший состав. Баллон можно использовать со стандартным кэпом, каллиграфическим кэпом и needle кэпом. Как раз в комплекте идет вот такой вот needle кэп. И сейчас вам покажу, как это выглядит на практике и как наносится состав с разных кэпов. Для чего такой странный продукт? Для меня тоже остается это актуальным вопросом. По сути, это для декора и дизайна, для создания декоративных картин, для заделывания трещин и дырок. Но для этого есть же стройматериал и намного дешевле. Думаю, любой творческий человек найдет применение такому баллону. Мое видео – это обзор на продукт, но всегда есть более дешевая альтернатива, но об этом в следующих видео. Напишите в комментариях, знали ли вы о таком продукте, выскажите свое мнение, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео с необычной краской. Всем пока!